CNN Money сообщает, 15 миллиардов долларов США потерял за один час китайский миллиардер. Председатель совета директоров китайской компании Hanergy, производящей солнечные панели, потерял 20 мая в среду 15 миллиардов долларов США, когда акции его компании на гонконгской бирже за один час просто рухнули на 47%. Торги акциями компании Hanergy были временно приостановлены. Господин Ли владеет более чем 80% акций своей компании. Падение акций на гонконгской бирже продолжилось в четверг, 21 мая. Акции компаний Golden Financial и Golden Properties, которыми владеет миллиардер Пан Цутонг, упали на 40%. Как и акции компании Hanergy, акции компании Golden Financial и Golden Properties резко взлетели в прошлом году и катастрофически рухнули чуть ли не в один день. Перед крахом в среду акции Hanergy имели 625% роста за прошлый год. Это в 7 раз больше, чем акции компании First Solar, топовой американской компании, производящей солнечные панели. В апреле компания Hanergy стоила 45 миллиардов долларов США, и ее владелец мистер Ли стал самым богатым человеком Китая. Да, знать бы, где упадешь, соломки бы постелил.